Перед сезоном, когда мы так разговаривали и шутили, я хотел, aby on в этом сезоне забил там 12 голов, да? То значит, не хватает еще 3 гола. Я бы был очень рад, если бы ему удалось там забить минимум тех 12 голов. Сегодня мог забить, да, měl tam situace, nepovezlo. Byl один очень красивый момент, когда он бил, vlastně, можно сказать, 60 метров, лобовал вратара. Je to to, že masterstvo, přesně skažu, je to očin charašo, že on je to uviděl i popruboval, nebal se poprubovat. Takže já uvěřen, že to Ťuka může zabít těch v čempionátě 12 gólů, nebo už.